дико не нравилось, блядь. Это такая поплава была просто. Опа, Иван. Соперники появились. Понял. Темпер и Дред поебало. Хорошо. А, слышь, я андедом почему-то оказался. Я вроде отменил, ну ладно. Дреды поебало. Mm-hmm. Небольшую паузу. Думаешь? Не надо. Давай. Сразу же. Я нажал. А ты даже не начал ничего делать, да, еще? Не начал. Хорошо. Можно начинать, гол. Как анманеры. Они ждут. Да, повелитель. Ну, ты стандартную свою руку? Ну, конечно. Я жажду служить. Илани ждут, где прольется моя кровь. Нужно больше житься предначально. Ты тогда фармишь, а я пошел ебало бить. Качаю, сдаты, бей, смотри, хсп. Потому что вполне вероятно, что там будет что-то. Карта такая, тут, короче, вот тут вот слабый спаун, тут хуман просто прибегает и ставит экспу сразу очень быстро, надо прочекать вин. Что это? А, я понял, что это карта, все. И, кстати, вот так вот надо сделать, как профессионалы. Чего желает? Ой-ой-ой, какая ошибка победитель. Досадная. Исполню с радостью. Ну ладно, не беда. Немножко позже ДК вылезет. Я жажду служить. Да. Ты мне лес будешь скидывать, если что? Ну, мне тяжело. Ну, сейчас не обязательно потом, имеется в виду. Я могу просто в двух этих гулик поиграть. Будет нормально. Постройка гулик? Не хочешь полков поиграть? Не, я двух гулик поставлю, буду потом полков штрепить. Завершена. Просто вопрос в том, то, что будешь ты мне скидывать. И если ты мне сейчас скинешь 600 точек голды, я буду точно не против. Сейчас? Ну да. Постройка завершена. Блять, разводишь да, меня. Повелитель. Ой-ой-ой, Иван. Склоняюсь перед вашим. Ну хорошо, я тебя поскидываю туда. Где прольется дерево, моя кровь. Ваша воля назад. Исполнится. Я тогда штрекаю врага. Блять, сейчас немножко не хватает. Пиончик прибежал, хуман, значит, вот здесь вот. Следовательно, нынче вот это вот надо чекать. Там дефолт, надо подойти. Там два хумана. Понятно. Какой-то великолепный товар раш будет. Это я с логом убивался. Плохо. Я жду. Что сделано, то сделано. Нет, пожалуй, не стоит крепить. Я жду. Так, ну с лесом мы договорились с тобой? Я... Бессовестные чуваки. Постройка завершена. Постройка тема. Завершена. Логово мне хотел отменить. Ой-ой-ой, Иван, что творят? Ну я думаю, ты там разберешься, правильно? А он отменил, слышал, не прокастовал ее. На город наших братьев напали враги. Иван, ПТСики. Клятва дана. Так а давайте гениев сами застроим, слышишь? Я сейчас Т1 с финдами буду, второй возьму. Мне пушит и пушит, парни. На город наших оба, что ли? Ну нет, пока один. Так что, мы с лесом договорились, Иван? У тебя там пока нормально все? Да. Переслать? Ну да, можно. Ну типа у меня харасит, не фармит, а тот, наверное, что-то делает. Туда... Мне самому не сильно надо то, что он мне делает, мне похуй. Я, наверное, заскаучу там каким-то образом. Поебать, что он тут выдворяет. Так, еще леса скинул. А голда будет? Нафиг тебе грунты? Ну давай, давай, давай. Дедух, мне как-то отбиваться здесь надо. Ебать, ну что тут голду не можешь дать? Иван, я просто сейчас тир поставлю, зикурат. Пятого финда закажу. И чем тебе зикурат? Ну в смысле, чтобы шестого... Просто понимаешь, что у меня такое количество пауков, то что мы можем очень жестко застроить их. Андеды, знаешь, как застраивают? Да. Хотя против хуманов это может идея быть такая себе. Если бы у меня кабину сломай кому-то. Думаешь? Да, ну, давай. Сейчас захарать какого-то хумана. Этот парень с этим магом. Всё. Это, по-моему, у него МК второй, блядь. Он ману типа высасывает, этому передает, но я нихуя знаю. Ну типа парень пришел, кинул тебе на рабочих этот флейм и отменил его, я не знаю, что о нем думать. Го, отжимай.
Так-то задумка хорошая. Ты звал меня? Ну, нашел Хумана. Нужно больше золота. Мой гнев на вас. Да и ничего. Замерзуба! Нихуя себе, блядь. Я отпустил. Они не спят, блядь. Вы звали меня. Мое терпение истощилось. Я жду. Они нейтрально, по-моему, берут ферму, построили, и не слышу. Тут уже таверки наставили. Я жажду больше золота. Я готов мстить. Я пошел к Хуману до конца. Я жду. Да воцарится ужас. Ты звал меня? Я тут Хуману все сломал. Его развитие. Ебучая. Жизнь замерзула. Но мне помог пить. Я первого левела этот вейп мне его не сильно жалко. Понял, хорошо. Так, вот жалко. Ой-ой-ой, я не построил. Слышь, что он не построил? Как... Мое терпение сделал. Убитый герой нашей заявки. Мой гнев на вас. Нормально там лошишь? Да. Я второго отхуярил. Ты звал меня? Я воплощение. Что там парень такой же, только думал себе. Я готов мстить. Ваш ход. Блять, как неудобно получается. Завершена. Денег дай. Подожди, подожди. Не подождать, давай деньги. На нас напали. Рэп, бабосы. Да подожди ты, ебать, я сейчас помню, что это делать. Завершено. Я готов мстить. Он опять отменил. Я очень нервный парень. Нечему. Ты звал меня? Блять, я опять отменил, слышишь? Он не умеет кастовать, блять, два раза. Ой, все, Хумана пизда. Я да? Жду. Это перфект. Я пролечу моя храма. Ты звал меня? Нычка стоит одна. Я пойдем на нычку пофанимся. Я пока не фанился, пока заебывает парня одного. Постройка завершена. Чего желает мой повелитель? Я прям начнет бесить короче. Да начнется битва. Они оба здесь. На город наших братьев напали. Живешь? Да. Я ему нычку сломаю сейчас. Меня. Ты звал меня? Время пришло. Ваш. Перед логово. Я готов мстить. Спокойно. На город наших братьев напали враги. Сейчас я вас сломаю. Мое терпение истощилось. Я выпустил. Мой гнев я на вас. Жду. Нужно больше золота. Я готов золота. Мстить. Нужно больше золота. Исследование завершено. Я воплощение тьмы. Слава. Это МК приходит, слышишь? Это хуйня. На город наших братьев напали враги. Чё, всё плохо? Ну такой себе, ты не выносишь врага, что ли, блядь? Я вот... Моё терпение. Постройка завершена. На нас напали. Это прикольно, блядь. А меня исполнил. Вот здесь смотри, я могу ТП-шку дать тебе. Какую ТП-шку? Сейвить меня? Ну да, идите нормально. Не нормально, у меня рабов нет нихуя. Я готов мстить. На город наших братьев. Давай я Хумана разъебу тогда. Разъеби, разъеби, потому что я уже одного разъебал. Я готов мстить. Приступай. Наконец-то. На город наших братьев напали враги. Как прикажете. Вы мой гнев на вас.
приказывай. Я мое терпение истощил. Я поклялся служить Нерзулу. Вызвало исследование завершено. Приказывай. Мое терпение истощилось. Проси. Разъебывай, там один куман тоже в говне. Вот этот вот и воюешь. Главное, ему не отдайся. Блять, как неудобно может получиться. Моё терпение истощилось. Я жду. Я готов мстить. Да начнется битва. Приступаем. Наконец-то. Постройка завершена. Спящий прыгай. Я воплощение. Ты звал меня? Вы звали меня. Мое терпение истощилось. Ваш ход. Приказывай. Я воплощение. Я поклялся служить Нерзулу. Ты звал меня? Исследование завершено. Приступаем. За Нерзула! А есть у тебя немного этого? Ничего не дадут. Да, Кумана унизил просто в ноль, блядь, ничего не осталось, пиздец. Ты делись там со своим, я своего вынес, блядь, сейчас отхилюсь. Логово строится. Ничего нет. Поэтому забей, с меня ничего не получится. У меня еще и рынок ебаный летаться, блядь. Что вообще не айс. Но у Кумана там ничего не осталось. Там раба 3-4, блять, 2 футмана и 2-го его этого. Исследование завершено. Ты же дай леса, по-братски. На нас напали. За короля мёртвого. Нужно построить зиккурат. Я поклялся служить. Ты понял, может, делаешь мою базу? Сейчас, походу, не отменит. А, нет, отменяет все равно. Он думает, что эта магия так работает. Ну да, возможно. Мое терпение истощилось. Я готов мстить. Не хватает маны. Я пойду дальше с ним работать. Твоя воля исполнится. Мое терпение истощилось. Приступаем. Я воплощение тьмы. Ваш ход. Я поклялся служить Нерзулу. Все, едем. Дальше продолжать. Общаться с парнем. Меню ему габы. О, слышь, не отменил. Не отменил? Палить тебя. У тебя там все отлично. Да, тут... Почти пятый, да? Терпеть что-то. А, вот ты алтарь ему. Исследование завершено. Я поклялся служить Нерзулу. Слушай, да начнется битва. Подавись, блять, этой магии. Ты звал меня? Не хватает маны. Я поклялся служить Нерзулу. Вы звали меня. Оставайся или умри. Не хватает маны. Не хватает маны. Стройка завершена. Этого хумана нет. Он все-таки мне проиграл, блядь. Второго героя строят, блядь. Нет, не прокатится такая система, блядь, братан. А нет, слышишь, блядь, он все-таки здесь выжил. Я стараюсь от него уйти, у него войска здесь были.
Ну это похуй. Я воплощение тьмы. Слушаю. Ой, Гуги. Это твой написал, да? Да. Если что, то двое написал, если у него ситуация лучше, чем у этого, блядь. Тут, ну, мужика просто. Я воплощение тьмы. Мое терпение истощилось. Вы звали меня. Ты звал меня? Слушаю. Парень, который не отменяет эти. Отменяет свои скулы. Иван, ГГ, наша первая уверенная победа. Ебало, они нас заебали, суки, пришли все логово, вынесли всех, блять, рабов похуярь. Мужики, так, Дота до сих пор лежит, так что трёхминутная рекламная пауза, и мы, походу, следующую начинаем. Правильно, Иван? Да. Чё? Следующую, говорю, начинаем, Дота лежит до сих пор. Да. Сейчас опять, мне кажется, те же ребята с нами будут. Окей. Зря, я Акалит уже. Нихуя себе, нихуя себе. Ну я что-то на самом деле микрил как бомж. Так вот скажу. Ну это ж ничего страшного, правильно? Вообще не страшно. Все же за меня играет матерый орк, который умеет магет. Магет, блядь, я своему победил, блядь, даже в такой жопе. В жопе? В жопе. Был в жопе, но победил. Хорошо. Ну шо, хорошо, блядь, Дрейдыч нычечку сбрил, к своему пришел, там тоже. Подожди, а интересно, мой или твой нычка поставил? Вот он самый важный твой, момент. Твой. Мой, блядь, меня хуярил. Понял. Прибежал, поджигал, потом пришел его друг, блядь. Снесли мне все логово. Поджигали третий, дальше тебя. Третьим этим, блядь. Потом я пошел, отдал все свое войско, кроме двух героев, там разменял на всех рабов, на всех футманов. Угу. Очень выгодно было. Да. Вот. Не, когда ты берешь всех рабов, это всегда выгодно довольно-таки. Да. Но они мне со мной сделали перед этим то же самое, поэтому я понял. Угу. Не вру, они мне побрали все логово и отпустили моих 8 рабов, которые вернулись, начали добывать и все отстроили. Рабов не так просто твоих взять. Все правильно, Ванян. Угу. Просто рассказал, зажили-были. Не, я контролил как бомж, я мог на самом деле ни одного финда не просрать, но типа я не прокачал юнитом этот самый, как его называют, блять, рюкзак, не принес себе банку маны драгон, ой, этому ДК, потом, значит, не купил земельку, ну это опять же принес бы себе земельку, поставил, вообще жил бы просто у этого у хумана, тележка бы раньше приехала и все, я бы в хуй не тут бы постоял, вот он дрался с ним. Иван, ну ошибки, выводы сделаны, правильно, ошибки учтены все. Так что, мне кажется, это те же почему-то, мы сейчас только с ним будем шпилить. Ошибок не было. Темпер, never forget 23. Темпер, да, тот же товарищ. Ой, я рандом. Да, о, хорошая карта. Блять, какая у меня отвратительная раса. Хорошо. Угу. Так. Очень нравится эта раса. Блять. Хорошо. Ну, я пошел. Не знаю, как я тебе. Готов. Мне прям аж хуевато от нее. Здесь не хорошо строить. А. Понял. Да ладно, бывает раз и хуже, Иван. Я готов. Бывает. Угу. Нет. Да, господин. Понял, ладно. Чего? Хорошо. А ты что делаешь? Ну, я давай готов. Как-то сработаем. Короче, давай. Хорошо. Я, блядь, буду говорить, просто слушаю, ты хрен сам. Короче, Иван, надо... Чего? Да, ты так... делаешь АМ, Архимага, правильно? Да, я делаю Архимага, МК, кастеры. Я МК просто сразу. Просто сразу МК? А кач не будешь делать? Хорошо. Буду делать кач, но с МК. Ну, я пошел. Все, понял, давай. Чего? Тогда разведку, я думаю, нахуй нам очень важно. Не принципиально, скажем так. Готово. Не очень. Чего? Я готов. Просто качаемся за свою волну, блядь. Готово. Да, господин.
Я готов. Да, готов. Угу. Хорошо. Жду приказания. Да, потом туда паладинчик. Вдруг там андет. Ага. Да, ну такой, андет не андет, да, на самом деле. Главное тэч по фастику сделать. Да, я готов. До этих кастеров набрать. Будет исполнен. Кастеров. Ой, орк. Да, ваш броди. Орк. Да, ваш приказание. Орк это не круто. Я готов. Я к вашим услугам. Что, ну же, приказывайте. Да. Идет, заебывать начнет. Да. Как скажете. Ну же, приказывайте. Да. Хорошо. Что вам угодно. Да, ваш броди. Жду приказания. Ротоподъем. Так точно. Ну же, приказывай. Что да прикажете? Так. Что вам угодно? Разобрал ему пиона, Иван. Я тоже. Нужна моя помощь? Хорош. Доминировать сразу. Нужна моя помощь? Что вам угодно? Опять работа? Я вообще здесь на уровне себя чувствую. Ну, отлично. Ну, я пошел. Ну же, приказывайте. Да, ваш брат. Нужна моя помощь? Да. Чего? Я ебать, что ты пиванов построил. Я тебе могу лес отдать, если надо. Да. Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Я качаюсь, некачественно. Нужна моя помощь? Как скажешь. Ну же, приказывайте. Да, ваш сядь. Нужна моя помощь? А ты чё, без этих, что ли? Ну же, приказывайте. Чё так? Зачем нужна моя помощь? Ика, блядь. На, въеби тэч хотя бы. Да. Так мне не дерева не хватало. Согласен. Да? Да. Ну же, приказывай. Получилось. Что вам угодно. Ну же, приказывайте. У меня, кстати, здесь... Почему-то эти пришли. Да, ваш сядь. Ну, приказать. Угу, понял, сейчас придем. Там пиончиков не бежит, нет? Да не вроде. Иван, да, я вроде. Выдвигаюсь. Что вам угодно. Готово. Ну же, приказывайте. Нужна моя помощь? Да. Будет исполнено. Да. Опять работа. Угу. Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. Я понял. Согласен. Ну здесь меня так подрисовывают, нормально. Да. Да будет так. Нужна моя да, помощь. Что вам угодно? Да. Что не хотели что здесь, я не понял. Непонятно, Иван. Согласен. Я ему заткуярил эмо, блин. Просто... А, эмо забрал? Да. Нормальная тема. А имя магии. Что вам угодно? Пусть играют. Будет исполнено. Да. Да. Опять работает? Чего? Да, господин. Да. Дредух, братух, очень важная точка. Ну же, приказывай. Пойдем. Чего? Да. Не, я-то у меня свой план. Чего? А тебе просто говорили важная точка. Нельзя строить. Да, господи. Чего? Понял. Угу. Что вам угодно. Да будет так. Да, ваш броди. Ну же, приказывай. Так, очень важную точку нужно очень грамотно фармить. Бой! Блять. Что вам угодно. Будет исполнено. Да, блять, у меня здесь блейдмастер. Я все забрал. Ну же, приказывайте. Превосходно. Дух, походу мне здесь пизды будет давать. Угодно. Или я буду давать. Я уже потихонечку пизды даю. Как скажете. Да. Нужна моя помощь? Или я даю пизды. Да будет. Опа, блядь. Да. Что прикажете? Будет исполнено. Да, вам вроде. Есть. Опять работа. Ну, да. Мудрость была взята, но это нормально. Ну же, приказывайте. Нужна моя помощь. Слушай, ну это третий левел, блядь, запакованный как лев, блядь, молодой маленький бойцовский. Лев. Согласен. Дорогу! Отлично! Нужна моя помощь? Превосходно. Как скажете. Что вам угодно? Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Будет исполнено. Да, будет исполнено. Да. Мне подвластно магия. Дерево есть, Дреду? Ну же, приказывай. Да. Давай. Ты еще не видел, еще.
чуть-чуть. Что вам угодно. Да будет так. Не так. Я теперь могу отсиживаться, помнишь? Да, у меня МК будет почти четвертый. Чем я могу помочь? Да. Блять, хорошо, иду по задачу. На что жалуетесь? Ну слушай, не позначить пойдет, а по формалу не стало интересно. У тебя нормально все, друг? Нормально, нормально. Да, мой друг. Да. Чем могу помочь? Ну же, приказывайте. Да. Очень удобная сорочка, мне поймали. Да, мой друг. Отлично. Нужна моя помощь? Быстрее. На что жалуетесь? Ну же, приказывайте. Что вам угодно? Чем могу помочь? Правда, у меня двое доебывают. На что жалуетесь? Блин, потерпи чуток. Самую малость, сейчас все будет. Давай, может, тебе в гости приду. Нужна моя помощь. У меня есть и моя еще одна идея. Чем могу помочь? Мне подвластна магия. Ну же, приказывайте. У меня все, на самом деле, хорошо. Враг, смотри, идет. Тебе нужна моя помощь? Ладно, пока там разберись, у меня дело есть одно очень важное. Чего хочешь, зайка? Нужна моя помощь? На что жалуетесь? В чем проблема? Ну же, приказывайте. Чего хочешь, зайка? Во имя магии. Тебе нужна моя помощь? Что вам угодно? Чем вы заняты? Хорошо. Готово. Ну же, это приказывайте. Это дело Эль. Сделай флот спеллбрейкеров. О? Спеллбрейкеров. Спеллбрейкеров? Да, я буду этих престов хилочек, сорочек. Я хилера тоже сделаю. Чего хочешь. Но у меня их достаточно, я так скажу, с головой. Хорошо. Блять. Ну тогда будет фокус, молот, блять. Спеллбрейкер. Нормально тебе надо. Ну, если ты настаиваешь. Ну все. Дорогу! Дедушка, я хочу вот это взять. Чем я могу помочь? Пойдем. Не, я сам могу. Ты давай. Тебе нужна моя помощь. Я вот нашел друзей. Чего? Вижу, вижу. А, ну, я вот. Не так быстро. Вижу. Что вам угодно? Тебе нужна моя. Пошли вместе. Да. Пойдем, да, разъебем. Давай скролики возьмем и пошли башить. Возьми, денег нет никуда. Что вам угодно? В чем проблема? Базар. Ну же, приказывай. Вопрос. Там типа очень жестко, если за моя помощь. У меня ТПшки нету, так, так скажу. У меня есть. Что вам угодно? Нужна моя помощь? Там просто уже у меня тут наказ. Если ты настаиваешь, мой друг, что вам угодно? В чем проблема? Нычечку хоть где поставить? Не, нычечку хочешь ставь, конечно. Не так быстро. Что вам угодно? Это не только храбрость выдается. Чем я могу помочь? Ну же, приказывай. Тебе нужна моя помощь? Да. В чем проблема? Пойдем ремик переводить. Ну, у нас типа говна много, ворка разъебем. Чем бы заняться? Чего только я ТП-шку возьму себе. Тебе нужна моя. Пойдем. Там сзади нас что-то. В чем проблема? Да, смотри, смотри, давай, давай, давай. Время давай, блядь, что он не знает, что он психует, блядь. Да. Чем я могу помочь? Что вам угодно? Тебе нужна моя помощь? Ну же, приказывай. В чем проблема? Там сзади еще нападает. Чем ну, если ты что вам угодно. Антимаг есть еще хит только. Тебе будет исполнено. И вот этих всех забираем. Да. Расступись! Нужна чего моя хочешь, помощь? Что вам угодно? Чем вы заняться? Ну же, приказывай. Ну, что там? Нужна тебе моя помощь? У нас тут вижен, можно и в принципе этого включить. У меня мана что не вам угодно? Не так быстро. Мои 40 похуели. Да. Пиздец, как печально, слышишь? Чем я могу? Моя помощь? Не так быстро, котик. Да. Ты еще не видел меня в бою? Нужна моя помощь? Да будет. Что вам угодно? Отлично. Нужна моя помощь? Приступай. Я этого блуда. Да. Давай. Бою хватает мага славы. Тебе нужна моя помощь? МК вверху на ним же. Да. Чего хочешь, зайка? Ты еще не видел меня в бою? Чем я могу помочь? Что-то вам даже хилочка особо не изается. Да, не чего хочешь, мать. Зайка? Нужна моя блять, приз! Что вам угодно? Так а давай еще какую-нибудь берем ребенка, например. На нас. Давай тогда вот этого. Да, я уже выкинул. Ну же, приказывайте. В чем проблема? На что же тебе нужна моя помощь? Нужна моя помощь? Вопрос времени. Ай-яй-яй, блядь, еще одну приставку ебал. Не так быстро, котик. В чем проблема? Вот сюда дойду. Тебе нужна моя помощь? Пойдем. Чем по дороге за парнем все остальное. Не видел меня в бою. Блять, куда в нее МК убежал? Ебаный стыд. Котик. Кто-нибудь ранен? В чем проблема? Сбежал. А ты не забрал вот Эдуард, да? Помочь. Что вам
угодно. Вард? Чем бы занят? Нужна моя помощь, магия будет моей. С мопасиков падает. Не, я снизу вард не забрал уже. Меня отомнили. Ну же, да, Худмана я хочу перевести, поэтому что не кинь. Ну же, приказ. Тебе нужна моя помощь? Кстати, я бы тоже перевел свою. Ты так зверя не надо, его нахуй продам. Котик. Пошли туда. Чего хочешь? ТП-шку себе возьму еще. Вопрос времени. Ну же, приказывайте. Отлично. Так. Вот и люблю этими закупаться. Чего хочешь так быстро, кошка? Отлично, блядь. Конечно, деньги скапливаются, войска нет. Ну же, приказывайте. Давай, помогу. Чего хочешь? Нужна моя помощь? Тебе нужна моя помощь? Во имя магии. Чего хочешь, зайка? Что вам угодно? Не так быстро. Чем бы заняться? Ну же, приказывайте. В чем проблема? Не так быстро, котик. Чего хочешь? О, флейка, ты мне теперь больше не нужен. Тебе нужно. Ну же, приказывай. Чего хочешь? Да, время не ждет. Не так быстро. Че, пойдем? Штрекать врага. Тебе нужна моя помощь. Ну-ка, почти пятый, кстати, можно еще вот это. Что вам угодно? Чем бы заняться? Так ты контрольный, да, слышишь, так говоря? Котик. А, чего хочешь? Видел меня в бою. Ну, приказывайте. Ну, ничего, ты не будешь. Ты же, ты экс не хочешь поставить? Может, до хуйни дойти. А может, дойти, чтобы до хуйни перерасти. Да. Ебало. Опять работа? Да. Че, попробуем. Ну же, приказывайте. Чем бы заняться? Это... Нужна моя помощь? Ну, отходить будешь? Нет, зачем? Чем я могу помочь? Дорогу! Чего хочешь, Зак? Что-то в грязи снимал. На что жалуетесь? О, смотри, слышишь? Ну-ка давай, блядь. Ой-ой-ой, так мигрит. Будет исправить. Так, я что-то стрейфанусь немного. Кто-нибудь ранен? Чего хочешь, Зак? Давай его. Ну же, приказывай. Дорогу! Чем я могу помочь? Чем бы заняться? Нужна моя помощь. Там он, типа... О, смотри, что сейчас будет. Ну же, приказывай. Нет, еще нет. Что вам угодно? Чего хочешь так быстро, котик? В чем проблема? Погиб. Да. Тебе нужна моя помощь. Что вам угодно? Вот так я не могу. Давай в раз еще кинем, помол. Ну же, приказывай. У меня пока нет. Да. Хочу, тебе нужна моя помощь. Чем бы заняться? Да, ну как вообще купами не бегает? Слышишь, у меня просто все в пионы, блядь. Чего? Опять работа? Давай профокусим что-то, потому что это все не очень блядь. Так, Иван, бабочки пошли. Что вам угодно? Чем я могу? Да? Ну, что там? Ну, я пиону всех разъебу, слышишь, может отойти? Давай, пойдем. Нужна моя помощь? Дорогу! Ну, время не ждет. Чего хочешь? Что вам угодно? Чем бы заняться? Ты еще не видел? Ты что-то МК загулял? Кашечка, чем да. Я могу помочь? Не так вы. У меня маны нету, блядь, на моем МК. Чем да? Я могу помочь? Это печальное зрелище. Чего хочешь? Чего хочешь? Зачем я могу помочь? Топи! Будет исполнено. Поступаю немедленно. Чем проблема? Ну же, приказ. Быстрее. Чем бы заняться? Ну, то, что ланка высасывает. Тебе нужна моя помощь? Я, наверное, из лимита выходить не буду особо. Не так бы не надо. Кто-нибудь ранен. Или мне ходу надо. Ну же, приказ. Ты должен своего МК теряешь. Мне маны же половину. Да нет. Не так быстро. Чем бы заняться? Раз, исследование завершено. Да. Чего хочешь? Время не ждем. Ну же, приказ. Да глухо, это унылая битва, блядь. Нормально, деремся, деремся. Чем я могу? Быстрее. Спеллбрейкер еще немножечко. Да? Тебе нужна моя помощь? Ну же, приказывай. Вот, крипчик, вот. Чем бы заняться? Архимаг там уже появляется. Не так быстро, да? Котик. Кто-нибудь ранен? Тебе моя нужна моя помощь? Похоже, реально, да? Смахивает на битву инвалидов, знаешь? Да. Всего-то? Ну это хуманы, блядь, по угрозу. Нужна моя помощь? Ну, если ты настроишь... Чем бы заняться? Если... Тебе нужна моя помощь? Чего хочешь, Зайка? А вот там будет. Будет мастер. Чем бы заняться? Ну что, не ркали? Что вам угодно? Тебе нужна моя помощь? А ну-ка, хилеры, блядь, в приста! Фокус! Хорошо. Что вам угодно? Ты не видел меня? Время не ждем. Архимага. Я не знаю. Да, господи.
Чего? Нужна моя помощь? Да. Тебе нужна моя помощь? Ты бы занят, не хватает. Быстрее! Это наш бас. Нужна моя помощь? Вопрос времени. Ну же, приказывай. Ой, тавр этот блядский, он заебал, только маны выжил за бой, это ну, пиздец. Блядь, правда, блядь. Чем я могу помочь? Он меня просто обанкротил. Тебе нужна моя МВП. Что вам угодно? Чем я могу? Да, господин. Что, братиш, у меня полез проблем, у тебя как там? О, 1900, давай, скидывай. Давай. Держи. Я что-то затыкал, блядь. Нужна моя помощь? Чего? Чего? Вот спасибо, ну, хорошо. Здесь нельзя строить. Здесь что мы не знаем теперь, блядь? Тю? Чем я могу помочь? Ну, я думал, сейчас ты ММК победил. У меня тоже там почти пятый. Ну же, приказывай. Чем бы заняться? Нужна моя помощь. Так, Иван, а дотка... О, дотка встала. Поехали. Только там выйди из игры. Стоп, какой-то бред, надо спать и выйти заново. Давай, дам, только зайди в доту. Так. Ну а пока трехминутная рекламная пауза, дорогие друзья. А дальше играем в доту. Я понял, у меня выбегает, короче, этот 7 рабов, блять, 5 футманов, МК 3. А тут этот архимаг 2 прибегает с блейдом меня харасить. Ага. И он так по пути меня встречает, получает молот и умирает. Стандартная ситуация. Очень стандартная. Ну, там так по таймингу у меня сошлось, что пиздец. Я что-то там как-то неудачно пошел качаться, на самом деле, на магазине, я там, блядь, чуть ли не всех футонов проебал. Я вообще найс, вообще на магазине, я там, блядь, блейда нахуй почти убил, там на 5 хп убежал. Мутишь, Иван. Мне кажется, ли как-то интерфейс доты поменяли? Шток. Понять не имею, может быть, чтобы рекламы больше было. Сделали. Так, ты зашел, зашел. Invite to party. Хотя, может быть, видишь, рекламки какие-то другие стали, по-моему. Так, ну что, Иван, давай дальше очки отбивать. Да, давай отбивать. Двоеборье продолжается.